kids. Come to Angel Eye. Все чудесно. Все прекрасно. Отличный понедельник получился. Почему было плохо? Почему? Болеешь? Простуда, температура? Это так неприятно, особенно когда тепло, блин. Очень круто. Недавно, да. Недавно, совсем недавно. Спасибо. Спасибо большое. Ну, слушай, знаешь, таких запросов не было, наверное, не знаю, с какого года, 2016-го. Да, дело. Мало кто, кстати, об этом спрашивает. Картинки я люблю, картинки я люблю. Нет, я поддерживаю, кстати, это прикольно. Это прикольно. Это хорошо, это хорошо, нам такое нравится. Все окей? Так, супер. Мне настолько скучно, что я свой стрим украшаю сигнами. Ты стримишь? И ставишь картинки, наклейки, да, такие? Я просто не особо смотрю стримеров, я, честно говоря, не знаю, как там все. А, Steam. Блин, сори. Окей. Ладно, прошу прощения. Тогда кайфы. Кайфы, кайфы. Да, я знаю, я знаю. Я вот думала тут. Может быть, мне попробовать поиграть во что-нибудь. Ну, такая эмоциональная. Стримишь тоже, ну все, значит, я чувствую тебя. Я тебя чувствую. А во что играешь? It's a match. Mm-hmm.
месяц, я думаю. Примерно так. Пробуем, пробуем. Вот думаю, надо ли мне в игрушечки идти. Вот думаю. Ну, не знаю, я говорю, я очень просто эмоциональная. И еще то, что на тебя смотрит, меня будет сбивать с толка. Honey, you are so sweet, really. It's so cute. Working, 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 working. Так, мне надо включить что-нибудь. Блин, где вся музыка? Так. Working, working, working. For what you like, or spend money? For what? Я тебе написала, все, там, на связи. Я тебя отправлю, постараюсь как можно быстрее. Еще пиши. А то. Я люблю красивые картинки. Yeah. How you like spend money? For what? What you like to do? What you like to buy? Хорошо, хорошо. Буду рада. Это супер. О, правда? Блин, это супер, хорошо. Я болтать люблю. Hey! Thank you. Я не могу, у меня уже щеки болят. How are your Monday? Maybe you have interesting Monday. Блин, вот мальчики умеют делать счастливыми вообще. Умеете. Хорошо. Если есть какие-нибудь эти, как они называются, предпочтения, можешь написать. Ну, правда, вот так вот. Пока что. Yeah. Why? For what? Да не умею я ничего. Чего? Что это значит? А, все, я поняла. Хорошо, на мое усмотрение. I don't know.
такие new cool shoes. You know? Go for weekends, vacation, different city. You like go spa, massage and like this. You like go restaurants and eat a lot. I don't know, maybe something, no? Really? Хорошо, хорошо. А мне, получается, нужно вот твой ник здесь написать. Я люблю общаться. Вот. И я довольно открытый человек сам по себе. Поэтому мне это в кайф. Вот. Звезды сошлись. Чё, где? Sure, I don't have time. Хорошо, я сфотографирую. На Сигне пишется ник. Обычно. Нет? Я что-то путаю. Все, хорошо, ладно. Все, не тороплю события. Все, все, все. Ты часто заходишь смотреть стримы? Тебе нравится? Это да, ой. Сейчас коннектимся, сейчас. You do you will use my stickers if I do it? Tell me. Oh, как здорово. Это очень классно. Женщин надо радовать. Признайся, тебе потом возвращается вдвое больше, как об этом говорят. What did I do? What I do? I wake up. Из России. And I do my yoga, cooking breakfast. And after it, I go for delivery company for pick up my package. I do it, and after it, I come home and go for avocado smoothie. It was really tasty. And after it, I do some work at my home, cooking dinner, and a little sleep, like 15 minutes, and I'm here. Siberia. Класс. Нет, знаешь, просто говорят, надо, когда поддерживаешь женщину, тебе потом возвращается вдвое больше. Мне вот интересно. На деле, у кого как это работает? Это круто. Oh, why? You earn money. It's so good.
not? You at home now? Already, eyes. Почему до сих пор? Это как? До сих пор? Почему до сих пор? Просто нет сейчас и все. Почему до сих пор? Вон оно как. Yeah, no, I have mine. Сколько тебе лет, кстати? Rain? Rain is good. So good. I like. Мне 20. Все мне всегда хотят переписать побольше, лет на 5. Но мне 20. Like Hollywood. How? It's a how. No. Да? Спасибо, спасибо. У меня некоторые такие. Я думала, тебе 24. Такой, нет, мне 20. Но мне кажется, я сейчас уже начинаю на свой, ой, возраст. Так, вот без очков еще как будто меньше. Какая милота. Блин, реально без очков другой человек вообще. Вообще другой. Okay. I can't. My body can try it. It's not for me. Как? Без или с? We talk about my age. Yeah, about my age. Oh. And about my glasses. You like me how I look with glasses or without? На учительницу похоже. Вот сразу так все раскрывается. I have glasses too. Oh, I wanna see you in glass, with glasses, in glasses. How right? I wanna see you with glasses or I wanna see you on glasses. Great. Send me. I wanna see how you look in glasses.
Why madam? Madam, how old I need to be? Madam. Сколько? Титул старшей дочери французского короля. Madam, it's if I'm married. I'm not married. Okay. How if not married? Mademoiselle. It's more long, okay. Mademoiselle, if I am not married. Madame, if I am married. Yeah, sure, it's too long. What about mans, if we have different, if... It's okay, I know. Oh, okay. Just posts about love. No, I don't know how I can go. Men. So? Can you stay away from me? Mm-hmm. Yeah. Or you can send now if you want. Dance mad to me, you're waiting for me.
I will use for sure. Okay, it's okay. Okay, let's go listen free music. Wow, it's so cool. You like what you have now with your hairs? Because it's so dangerous. It's so dangerous. I go to not 1 year ago and I was so scary. You shot a lot. Cut a lot. I'm sure that is, but it, you how it you're not be afraid about your long I try because it's so scary. Why this man not understand you and do anything so bad? Okay. Ты странный. Ты знаешь, что ты пишешь странные вещи? Why? Just tell me why.
it's not cool. You spend a lot of time for it. Я боюсь, что это носитель языка, и он пишет не с ошибками, а на разговорном просто. It works, really? I have this situation some years ago, like 5 years ago. I'm so tired. Но он носитель. Я тебе это говорю, потому что мы не первый день общаемся. I'm very tired from my long hairs, and I cut it like a boy. It was so short. And I love it. It was really cool. Да и тем более вообще, какая разница? По-моему, главное, что все друг друга понимают. Так что это окей. Don't worry. Токио какое-то. It's so interesting experience because I don't know, I do it just for one day, I not think about it before, and just in one moment morning I want, and I do it, and all my friends was shocked about it because I have really long hairs, not really, but long than I have now. It was interesting, but it was really hard because I can't understand how I need take care about short hairs. It was so hard because you need make hairstyle every time. Because it's not look so good when you wake up, and every day you need to do with it something, and I'm tired about it too. Yeah. Maybe in one day I want it again, but in any time I do it on video. Because a lot of people need to see it. Or on stream.
Yes, yes, yes. I think it's good and I think it suit me. Слушай, я использую переводчик в письме, и у меня так никогда не получается писать. Я не понимаю, о чем ты именно говоришь. Ну давай спросим. Honey, do you use translate now? Or you write by yourself? Я думаю, носители-подростки так могут говорить. Ну, по крайней мере, я встречала таких людей, и для меня это не кажется странным. Видишь? It's okay, I believe in you. Yes. I'm angry with you. Like some hard sentences or what? Почему тебя это так волнует? Мне вот это интересно. Как? Как кошечка? Как кошечка я делаю иногда. Я еще носиком умею двигать. Нет. На тебя. Инженера. Инженер. Почему у тебя так? Интересует этот вопрос. Настоящий ли? Он иностранец. Жаль, что у меня близко нет микрофона, я бы поморчала. Музыка слишком медленная, другая слишком быстрая. Хорошо. Спать — это хорошо, я скоро тоже закончу. Я думаю, это еще 5 минут, что-то я закончу. Хочу прогуляться перед сном. Да. Своими чарами. Загораживаю. Чары. Сон — это прекрасно. Тебе нужно отдыхать, нужно высыпаться. Спасибо тебе, хороших, добрых сновидений, скорейшего выздоровления. Вот. Сладеньких снов. Обязательно пиши, я тебе тоже напишу. Спасибо, взаимно. Сладких снов!
Так ясно. Девушка, девушка. Как ангел. Почему всегда сравнивают с ангелом? Почему? Нет, ну тогда хорошо. Хорошо, хорошо. Then you go and sleep. Да, пока. Обнимаю. Yeah, yeah, I ask you, then you go and sleep. Спасибо большое. Окей, окей. Ты мне сам ответишь на вопрос, почему тебя это так интересует? Пожалуйста, мне очень интересно. Мне так интересно. Я understand. I don't know. Reading books? It's good, I think. Инженер, ответь мне. Мне так интересно. Мне так интересно. Расскажи мне. Или это так и останется загадкой? Если бы не был русскоговорящим, то мне было бы все равно. Какой в этом, типа, смысл? Какая нахрен разница?
Okay, yeah, I understand. So guys, I think I will go walk and relax. So I will be in podcast tomorrow, and I will be glad to see you again. Yes, it's time. It's time to tell you have a good night and good day, maybe. Всем хорошего дня, ребят. Увидимся завтра. Буду вас ждать. Хорошо, хорошо. Я загадаю желание, чтобы в эту ночь все, кто выдают себя за иностранца, одумались. И перестали это делать, чтобы все расколдовались из такого нормальных людей. Yes, yes.